Мы думаем, эти игрушки сделают нас счастливыми. Неправда. Счастье измеряется не тем, сколько вещей у тебя есть, а тем, без скольких вещей ты можешь прожить. Мы думаем, получив все эти удовольствия и игрушки, мы обретем умиротворение. А наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал нам, «Ничто не удовлетворит человека в его стремлении к благам этого мира. Ничто не удалит его жажды, кроме чего? Кроме земли. Имея в виду, что лишь посетив могилы, мы окончательно успокоимся». Наш пророк сказал нам, что если у человека, у сына Адама, будет долина золота, угадайте что? Он захочет иметь еще одну. Если бы смерть спросила жизнь, «Почему все любят тебя, а меня ненавидят?» Жизнь бы ответила, «Потому что ты смерть, ты — горькая правда, а я — сладкая ложь». Вот суть этого мира. Здесь нет счастья.